Haleluya. Warszawa. Warszawa. Haleluya. Я говорю, на этом месте Иисус Христос тебя любит. Аллилуйя, Варшава! Господь, я молюсь за этих людей во имя Иисуса Христа. Используй мои уста. Задумайся над тем, кто тебя любит по-настоящему. По-настоящему тебя любит Господь Бог. Потому что Он тебя никогда не предаст. Никогда не оставит. Но Господь Бог, Он джентльмен. Господь Бог ждет, когда ты позовешь Его. И я молюсь сейчас во имя Иисуса Христа на этом месте. И я говорю, Святой Дух, пусть твой авторитет сейчас будет на этом месте, Святой Дух. Я запрещаю на этом месте всякому демоническому контролю. И я прославляю на этом месте имя Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Иисус Христос победил смерть. Иисус Христос победил наркоманию. Иисус Христос победил эгоизм. Иисус Христос победил гордость. Иисус Христос победил смерть. Иисус Христос — единственная дверь на небеса. Никакой Магомед, никакой Кришна, никакая Рама не доведет тебя до неба. Сейчас на этом месте я свидетельствую, что Бог напомнит тебе этот день, 29 июня 2018 года. Бог говорит через меня тебе сейчас: остановись, задумайся и прими Иисуса Христа в свое сердце. И я благодарю тебя, Господи, что ты прекращаешь сейчас, прикасаешься к этому человеку и прямо сейчас исцеляешь его во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, Господь, что ты сила наша, что ты крепость наша, что ты скала наша. Я благословляю имя Иисуса Христа. На этом месте благословляю имя Иисуса Христа. И говорю во имя Иисуса Христа: Боже, слава тебе! Слава тебе за этого человека! Я благословляю его дом! Я благословляю его семью! И я говорю на этом месте: Иисус Христос ждет тебя! Я говорю на этом месте: Иисус Христос прикасается к тебе прямо сейчас! И я благодарю тебя, мой Бог, за то, что ты умер за нас на кресте. Я благодарю тебя, мой Бог, за то, что ты умер за нас на кресте. В Библии написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Приди сегодня домой, скажи: Иисус Христос, я хочу лично познать тебя. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично узнать тебя. Если ты живой Бог, я молюсь во имя Иисуса Христа, откройся мне, Господи. И я говорю, что нет единственной двери на небеса — Иисус Христос. Варшава, Иисус Христос любит вас. Варшава, Иисус Христос ждет вас. Варшава, Иисус Христос умер за ваши грехи. И я благодарю тебя, Господь, что ты прямо сейчас прикасаешься к каждому человеку во имя Иисуса Христа. Дух Святой, прикоснись к каждому человеку. Дух Святой, обличи во грехе. Дух Святой, приди в каждую семью. Дух Святой, наведи божественный порядок. Дух Святой, прикоснись к каждому человеку на этом месте. И я говорю тебе, Господь, слава. Я говорю тебе, Господь, хвала. Я говорю, что ты единственный Бог. Иисус Христос — ответ. Иисус Христос — ответ на твои молитвы. Иисус Христос — ответ. Слава тебе, Господь. Благодарю тебя. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя. Слава тебе. Слава Иисусу Христу.